Вот такие огромные сомы здесь, в Иордане, на месте крещения Иешуа. Здесь Иисус был крещен в воде. Здесь на Него сошел Дух Святой в виде голубя. И здесь слышащие или стоящие услышали голос небес Отца: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Здесь Бог открыл Себя в трех лицах: Бог Отец, Сын и Святой Дух. Мы слышали голос Отца, мы видели Сына здесь стоящего в воде, и мы видели голубя, сходящего с неба. Отец, Сын и Святой Дух соединились и открылись для нас здесь, в реках Иордана. И по заповеди Иешуа каждый, кто верит в Него, должен креститься, отождествляясь в смерть вместе с Иисусом, посвящая свою жизнь на служение Богу. Водное крещение – это не купание, это не принятие ванны, это посвящение своей жизни Богу, служение Ему в доброй совести.